Всем привет, бандиты! С вами Осич, это мое наконец-то новое видео. Давно не было видео на канале, но некоторые переживали из вас, что такое произошло, что все супер, просто занят был работой. Так что для вас сейчас снимем новый формат, новую идею для видео я придумал. Открываем с вами 11 паков MLS, создаем состав из этих игроков, какие нам выпали. Неважно, какие нам выпали, главное, чтобы вратарь выпал, чтобы мы смогли на вратарскую позицию кого-то замкнуть. Кстати, только крутые чуваки подписаны на мой телеграм-канал. И если ты являешься одним из них, обязательно подписывайся на телеграм-канал, там принимаю участие. Как раз таки сегодня мы соберем состав, после этого сыграем багер с одним из подписчиков. А подписчика мы выберем уже в моем телеграм-канале. Так что если хочешь принимать участие в видео активно или в целом хвастаться, кто тебе выпал, отвечать на вопросы какие-то, то обязательно переходи в телеграм-канал. Там для тебя будет вся информация, также очень много крутых и нормальных людей. Так что если ты нормальный человек, переходи в телеграм-канал. Let's go, погнали к открытию паков. Вот мы с вами зашли в обменчики MLS, и мы сейчас должны сделать с вами 11 обменов MLS, потратив специальные 11 монет. То есть 10 мы потратим это вот на вот этот обмен. Я надеюсь, нам сейчас кто-то догодный выпадет. Ну нет, какие плохие игроки. Ну ладно, цопника, я думаю, мы закрыли. ППшника, если что, на всякий случай тоже закроем. Мы видим, кто нам выпал. И 5 игроков мы с вами отдаем, но как будто слишком дорого-богато. Ну ладно, отдаем с вами 5 игроков и смотрим, кто нам с вами выпадает. Ну, 85-й, опять сопник. Ладно, второй игрок у нас есть, отдаем 5 дудоков. Ну, как будто дудоков не хочется отдавать. Отдадим сейчас других игроков. Давайте совершаем еще один обмен, это уже третий обмен. И может сейчас нам выпадет кто-то годный. Так, видим с вами анимацию Бразилия. ЛПшник у нас уже закрывается. Это Атлетико Мадрид. И нам выпадает Самуэлино. Ну ладно, пойдет. И сразу мы его сейчас отдавать будем? Нет. Так, кого отдаем? Отдаем бесплатных игроков, которые нам в принципе не нужны. Потому что они нам, ну, походу с этими обменами мы закончили. Давайте еще откроем пару наборчиков. Это у нас уже было открыто 3 набора. У нас с вами еще есть запас. Это пару наборов, которые мы можем открыть в... Открыть в обычной игре, соответственно, да. За кристаллики это будет 4-й набор. Мы с вами тратим 8 кристаллов. И может сейчас нам выпадет что-то годное. Так, вообще непонятно какая-то страна, но вратарская позиция из Париж Сен-Джермена у нас закрывается с вами. Кейлор Даллас. Почему он уже в другом клубе? Вратарь у нас с вами есть. Откроем еще один наборчик. И может сейчас нам с вами улыбнется удача. И анимацию мы никакую не видели, но ПВшник у нас тоже есть. Игрок из Грузии, если не ошибаюсь, с его национальностью, мы закрываем эту позицию. Также давайте переходим теперь в ежедневный обмен, мы с вами не сделали. Думаю, тут тоже можем схватить какого-нибудь крутого, прикольного игрока. Ежедневный обмен, отдаем 70-ку, уходит Караской, и нам выпадает с вами, ну, нападающий 81-го рейтинга. Нормально, в принципе, пойдет. Так, давайте еще один обменчик сделаем с вами. Отдаем кучу, как будто нет, не хочу кучу таких крутых игроков отдавать. Увидел 5-й набор, который мы с вами можем открыть, если не сбиваюсь, если это вот этот. И нам кто-то может годный да выпасть отсюда. Тотти! Ё-моё, Италия! Италия, ЛЗшника тоже позицию закрываем, Интер. Офигеть! Офигеть! Де Марко, 90-й, ЛЗшник у нас с вами есть. А это что значит? Это значит, с вами мы уже как минимум закрываем 6 позиций. Переходим в магазинчик. Тут мы с вами видим кучу разных наборов. Но у нас лимит на 5 наборов. И мы с вами должны, так сказать, прераспределить наши прерогативы и открыть так, чтобы у нас с вами хватило. Можно 88-х, но у нас с вами 5 наборов. Если мы откроем 70-е, 88-е, вот эти бесплатные, то это уже 2 набора закроем. Но какой шанс, что тут выпадет годный игрок? Я тоже думаю, почему-то нет. И поэтому открываем с вами вот эти наборы. Может, тут нам выпадет какая-нибудь легенда футбола. 81-й игрок мы с вами видим. Воу, ЛЗшник 87-й. И без анимации. Это 3-й набор. Ох, ох. Ну, ПЗшник теперь есть, ЛЗшник-то был. И 4-й набор. Ой, какой же шлак. И последний, 5-й набор, 11-й за нашу игру. И мы с вами будем собирать состав из всех игроков, что нам выпали сейчас. Видим анимацию с вами. Англия это у нас. Англия, ПЗшник, опять ПЗшник, Ливерпуль. И нам падает с вами Александр Арнольд, 86-й. И еще 2 ПЗ. Ну, попробуем с вами слепить такой состав и сыграть против подписчика, который выбрался случайным образом в моем телеграм-канале.
Так что для вас это будет сейчас одна секунда перехода, а для меня это полдня ожидания, потому что я буду делать состав какой-нибудь сексуальный, красивый, сексапильный. А также спасибо нашему партнеру Пари. Обязательно переходи по ссылке в закрепленном комментарии, так как каждому новому пользователю дарится 2024 рубля фрибета. То есть не надо депозиты какие-то делать, а бесплатно поставишь ставку, все, что выиграешь, твое. Let's go, погнали к матчу. И вот, наконец-то, запускается наш матч с соперником. Рейтинг у нас 79, 82, 85, у него 96, 89 и 87. Клуб у него Реал Мадрид, у нас клуб Милан. Let's go, противостояние против подписчика. За кого, кстати, думаешь, ты кто победит? Подписчик или я? Давай вот так вот, проголосуй. Заранее пиши в комментариях. Рейтинг у нас 84, вот такой вот у нас состав. Из 11 паков мы выловили такой состав. У него в нападении просто 99-й Санчес, Кака, Камавинга, Тунамеди Альба. У него просто бешеный состав Реал Мадрида. И куча крутых игроков. Зидан у него даже есть. Ну, кстати, первый просто. Ну все, это да, это гол, да? Ой, как лагает игра. Какая гадость. Фу, мне это не нравится. Это очень плохо, что она так лагает. Ну все, как будто нам сейчас из-за вот этой... Что она так лагает-то реально? Ну, как будто мы сейчас из-за этого и пропустим, да? Первым же ударом мы чуть не пропускаем. Но слава богу, Камавинга ударил мимо ворот, что нам дало шанс начать наш удар от ворот. И наша контратака, надеюсь, начнется в ближайшее время. Джеймс Варди, та самая легенда. Легенда футбола, который из семи рыбаков, если не ошибаюсь, начал свою карьеру. И вот это фол, да. Главное сейчас, чтобы он нам не забил со штрафного. Опасная игра. И мне кажется, как будто мы сейчас с вами пропустим, да? Очень плохой гол. Мне не понравилось. Зинедин Зидан забил, легендарный футболист Франции. Ровно девятку зарядил. Тут без шансов для вратаря. Неважно, какой бы игрок стоял на воротах. 99-й или 99-й. Тут было нереально вытащить, потому что все-таки скрипты. Ух, какие у него тупые финты. Вот это, я, кстати, не ожидал, что у него такой финт будет. Из-за этого слишком не запамятовал, скорее всего. Но ошибся. Мы даже перехватить мяч не можем. Ну и состав, конечно. Инвалидов, рыбаков и лысых чуваков. Так. Начинается наша контратака, и может сейчас у нас Джеймс Варди. Что происходит? Я надеялся, мы перехватим мяч, но как бы ни казалась опасной наша атака, на этом заканчивается. Санчес, 99-й, просто убийца, легенда футбола. Так, нам хотя бы перехватить мячик и не проиграть 10-0. Вот это главная задача на сегодняшний матч против моего подписчика. Кстати, угадали вы ли, что будет первым счет 1-0? И что, это его ошибка? Это его ошибка. Зависимостью мы не занимаемся. Но дадим пас на ход. Игрок наш открывается. Это пенальти или гол? Гол! 1-1. У нас с вами счет. Мы равняемся. Забивает Линдстерм. Хрен знает, как его фамилия точно произносится. Празднует он как-то нестандартно гол. Какой-то ласточкой, чайкой. Но тут ошибка тоже соперника была. То, что он вводил вратаря. Но нам это дало. Как бы шанс, ошибка. И все-таки гол. Ворота соперника. Там еще вратарь прошел через штангу. Баг какой-то игры. Ну ладно, счет 1-1. Без какого-то дополнительного времени. То есть, если ничья, то победила дружба. Как говорил дедушка, всегда лучше, чтобы побеждала дружба, чем кто-то. И вот ошибка соперника. И может быть сейчас начнется наша контратака какая-то. Рюдигер. Ой, как игра залагала. Но наша контратака. Джеймс Варди. Джеймс, получится у него или нет? Фу, мне фол еще дали. Какого хрена? Конец первого тайма. Счет у нас с вами 1-1. 84-го рейтинга держится, в принципе, уверенно на поле. Мы показываем какую-то опасную игру. Как вам эта рубрика? И Джеймс Варди. Джеймс Варди, 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 Варди проходит. Какие-то финты показывает. Попробуем дальним, ну, таким вот кривым ударчиком. Может, на добивание, но, к сожалению, даже добивание у нас не получилось с вами реализовать. И как мне не нравится игра. Как выглядит, как тупо мои игроки и не слаженно играют. Они просто спотыкаются друг о друге. И что, получится догнать мяч? Нет. Легендарных игроков из Реал Мадрида. Я вижу состав, тут очень много игроков. И это опасный удар. И получится ли добивание? Карим Бензема, выйдя на замену, нас забивает гол на микрофон, давайте сейчас сломаю, конечно же. Ну, тут уже моя ошибка. Надо было как-то перехват с мяча и каким-то пыром забивает Кейл Руналос Карим Бензема. 90 минута почти. Но, кстати, у нас еще есть как будто шанс выйти на ничью. На ничью! У нас еще есть шанс. Но, к сожалению, времени нам не хватает. Спасибо моему сопернику. Те, кто угадали, красавчики, в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будет для вас очень много активностей. Также на YouTube-канал подписывайтесь. С вами был Осич.
Счет 2-1. Мы таким составом пытались выиграть, но, к сожалению, не получилось, не фартануло. Всех обнял, поднял. До новых видео.